Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы снова продолжаем проходить в Хэллоу-Нейборе мод под названием Old Days с реалистичным стилем рисовки. Короче, я уже пытался записать это видео, и ни хрена у меня там не получилось. Очень много мест, до которых я вообще не смог догадаться, как проходить. Пришлось смотреть как в Ютубе, как это проходится. И реально очень... И там, даже если посмотрим на Ютубе, в одной вещи мне пришлось сидеть разбираться самому, как это делать. Короче, сразу, чтобы акт вот этот второй начать, я выбираю Chapter 2 Main Level. И кроме того, давайте сделаем вот что. Давайте включим дружелюбный режим. Иначе сосед нас просто задолбает. У меня сложилось такое ощущение, пока я первый раз пытался записать это видео, что сосед в этом моде гораздо активнее расставляет камеры и капканы, чем в оригинальной игре. Он очень много расставляет камеры, очень много капканов. И кроме того, он охренеть какой быстрый. Кстати, я только сейчас заметил, что анимация бега у него, как при Альфе и Альфе 1, тоже заметно. Так, вот здесь начинается вот этот второй акт. Он, к сожалению... О, да, ну это... это во время как раз-таки того предыдущего раза. Давайте, чтобы убрать все капканы, я перезапущу все заново. Чтобы сбросить весь прогресс модов, надо убрать модификации и нажать «Начать новую игру». Просто я сейчас запущу, там уже расставлены капканы, я тут уже, я поскольку записывал видео, там уже остались и камеры, и капканы. Нам это не надо. Кстати, звук у камер здесь точно такой же, как в пре-альфе. То есть вот эта пищалка, которая маты он запикивает. Такой же звук. Звук, я бы сказал, более пугающий, чем в следующих версиях. Все, вот теперь точно весь прогресс сбросился. Выбираем Chapter 2 Main Level. Нажимаем продолжить, начинаем игру с модификациями. Акт только в темное время суток. День тут хрен наступит. И это очень плохо. Лучше бы тут была не ночь, а что-то другое. Потому что тут так темно, что вообще плохо что видно. Свет моргает. Понятно. Немного неисправен свет этот. Камин нам еще понадобится. Здесь вот есть подсказка, что вот есть такая же, как в Альфе 1. Медведь в огонь и получим ключ. Собственно говоря, эта подсказка здесь уже, в отличие от Альфа 1, работает. Где-то он тут ходит, мне страшно видеть. А, здесь закрыто. Я один раз посмотрел, надеюсь, что запомню. Не уверен, что все помню, но будем стараться. Так, вот эта дверь заперта. И вот, кстати, где ключ от этой двери, я уже забыл, кстати. Это ванная такая. Дом довольно-таки интересный. Но, блин... Вот дружелюбный режим, когда мы включили, сосед, он немного медленнее бегать будет.
И это нам действительно надо, чтобы он медленнее бегал. Короче говоря, я думаю, нам надо на второй этаж попасть. Блин, напугал. Блин, сосед реально страшнее тут, чем в оригинальной игре. Ну не застревай так, пожалуйста. Вот фонарик бы найти, потому что ну ни хрена вообще не видно. Нам надо, короче, открыть этот сарайчик. И тем самым открыть решетку оттуда. Как тут темно, ничего вообще не видно. Не исключено, что где-то мне придется опять в тени понижать на минимум, чтобы было лучше видно. Ага, мы отсюда вышли как раз. Вот, вот та самая комната, которая нужна нам. Залезай скорее. Здесь закрыто, а там кухня. Я не помню, можно ли. По-моему, нельзя. Я пробовал. И мы я нашел эту комнату. Так, он в какую пойдет? Хотя, может быть, и нет. Давайте попробуем. Я что-то уже подзабыл. А, нет, можно сюда войти, по-моему. А, нет, это не та кухня, походу. Ну, короче, в ту комнату, вот в эту, с серым замком войти нельзя через дом. Можно только через окно изначально. Я так понял. Ладно, давайте пойдем на второй этаж. Ничего тут не видно, блин. Ну вот другое дело. Сходим на второй этаж, будем изучать его. Короче, здесь у нас такой вот выход на крышу. Здесь у нас решетка. Раз здесь решетка, значит здесь по-любому будет что-то важное. Здесь заперто, туда идет как раз таки провод. И провод этот, похоже, как раз таки открывает эту самую решетку. Да, он направлен именно на нее. Опять джаз. У соседа повсюду джаз. Так, здесь где-нибудь свет есть, кроме вот этой лампы. Да, похоже, что есть, но вот только где он включается. Не этим выключателем. Хотя, может, он его... Нет, он... А, нет, он моргает просто. У соседа много подубитых... О, вот это нам надо. Вот этот фонарик нам очень нужен. Будет в этом... в этом акте. Идем туда, посмотрим, что здесь. Короче, здесь труба. И эта труба непростая. И не золотая, но полезная. Надо как-то так прыгнуть в нее, чтобы не упасть. И да, и я упал, к сожалению. Но нам на нее надо запрыгнуть. Твою ж налево. И как же нам быть-то? Ладно, давайте пока сходим туда тогда, пока он там ходит. Да, эта дверь закрыта. Немного что-то проседает FPS, наверное, из-за записи. Эти камеры здесь изначально стоять будут. Это просто отвратительно. Короче, здесь лежит отмычка.
И вот как раз таки это как раз таки та самая вещь, которую я даже по видео не понял. Я видел создателя этого мода, показывал, как проходить, но вот как он открыл трещотку, я так и не понял вообще. Пришлось самому разбираться, догадываться и что делать. И догадался, потом поймете как. Так, опять нету текстур вот здесь. Если эти камеры снять, он их обязательно починит. Так что нет особо большого смысла делать это. Как темно. Так, ну туда нам никак не попасть. Потому что там забиты досками все. Да блин! Нет, ну он издевается. А чё она не снимается? Доски, к сожалению, не выломаешь. Ого, а до этой двери я еще не доходил. До этой двери я не доходил. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. Я прохождение посмотрел, но что-то вот этой двери я не помню. Я один раз посмотрел. Видимо, не запомнил. Ну да, но в эту комнату. Так, что у нас там? Магнит, по-моему, походу там лежит. А, я вспомнил, да. Сюда, здесь надо ружье. И по этим тоже надо. Будет. Здесь темно очень. Вот сейчас надо по той трубе забраться опять в то окно. Но не получается, потому что тут сосед постоянно входит. Мы постоянно спавнимся здесь, блин. Да, капец просто. Не дает он нам на второй этаж никак проникнуть, блин. Можно, конечно, коробочки туда сложить, но где мы коробок столько найдем? Ну все, он ушел оттуда, наверное. Нет, он оттуда не ушел. Он знает, походу, что я постоянно туда хожу и будет там теперь караулить все время. Надо отвлечь его чем-нибудь. Вот этим, к примеру. Отвлекли? Отлично, побежали. Побежали скорее. Ага, сюда мне надо. Нам надо вот сюда. Нам надо какой-нибудь предмет еще для разбития стекла. Ага, у нас уже есть один. Да пошло оно нафиг, я сам сейчас прилечу туда. Никогда туда не запрыгну, бля. Так вот. Потрясающий сосед нам открыл проход. Теперь нам даже не надо туда идти.
Бежим. Отвлекать его надо обязательно. Не туда. Ага, вот эта комната самая. Вот, это открылась та самая решетка. А еще здесь лежит пульт вот этот. Мы его должны взять с собой. Обалденная музыка, блин. Промазал. Опять промазал. Давай, давай, быстрее иди, пожалуйста. Я же говорю, он все время на втором этаже спаунится. Идем туда. Короче говоря, это пульт от этой фигни. Нажимаем его, и она открывается. Просто тот, просто создатель мода, когда показывал это, он там... Блин, я забыл про камеры. Создатель мода, когда показывал это, он там... Он просто взял в той комнате пульт и сразу там его щелкнул и оставил. И поэтому я ей ни хрена не понял. Что она открывает с этим пультом. Могли бы... Вот, вот что я бы хотел... Чтобы вот над этим ящиком с отмычкой... вот... повесили картинку с этим, с этим самым пультом. Вот так, вот это было бы совсем другое дело. Это была бы отличная подсказка. Блин. Интересно, он меня сможет оттуда поймать или нет? Ладно, он постоянно будет нас за нами гнаться, поэтому давайте не будем это затягивать. Да в смысле? Походу еще по открытым дверям судит. Короче, идем дальше по комнатам. Смотреть, что дальше. Или... А, мы же не просто так открывали эту дверь. Нам надо в нее. Короче, здесь могила у нас находится. Все двери, которые возле нее подперты. Капец. Ну да, ну он достал меня уже просто. Он даже в дружелюбном режиме достает меня. К сожалению, это не та дверь. Он там, по-моему. Наверное. Открываем двери. Обязательно. А, вот. Короче говоря, вот для этой комнаты нужна нам отмычка. И здесь находится медведь этот самый. Или что это за игрушка, я не знаю. Но нам еще надо найти лопату. Вот где она, я уже что-то уже не помню.
отмычка. Да. Я только спавнюсь, он уже начинает охотиться на меня. Только бы он в эту дверь сейчас не зашел, а. Капец как. Ой, блин. Сложно как, а. Куда нам дальше надо, я что-то уже не помню. А, сюда. А, все. Я вспомнил, где-то в этой вот как раз таки где-то здесь. Не здесь. Здесь закрыто. Вот, вот здесь. Комната с ружьем находится. Включаем. С музычкой, ничего так. И тут надо стрелять, но нам надо ружье добыть. А ружье, наверное, вы уже сами помните, где находится. Мы добыли медведя, и мы как раз таки можем его идти активировать. Кидаем медведя в огонь. Открывается эта фигня. Берем ружье. Блин! Приссал и обосрался я. Сосед тут, блин! Кстати, с ружьем нам будет легче его отвлекать. Бежим, все, побежали скорее туда. Надо всех этих расстрелять, в общем, чтобы они загорелись. Это будет очень сложно сделать, кстати, потому что они со временем перестают гореть. Сложно попасть по ним, блин. Скоро сосед сюда зайдет, походу. И прервет нашу игру. Так давайте пусть они гореть все перестанут, и будем по очереди их расстреливать. Ну долети же ты давай. Как это тяжело, а. Но я хочу по-честному все это сделать. Блин, как она гореть быстро перестает, а. Не сработало, все загорелись же сейчас.
Блин, надоело уже, надоело. Ну, давайте попроще сделаем. Это очень сложно сделать. Даже здесь. Даже в таком режиме это сделать тяжело. Они очень быстро перестают гореть. Китайская бестолковая фигня. Капец, меня уже бомбит от этой игры. Сколько можно уже, а? Так, давайте, короче... Пусть все перестанут гореть, действительно. С верхних начнем. Да блин, проклятые деревья эти маленькие. Но, ну перестали же гореть. Проклятая мини-игра. Это очень сложно сделать. Ну горели же все. О, открылось что ли? Погодите. Волк врубаем. Она открылась что ли? Походу открылась. Блин, я слишком рано открыл дверь. Капец, сложный мод, это сложный вообще мод. Он не закрыл дверь, что ли? Как он меня сейчас увидел? Слишком быстро оттуда уходит. Достало меня это уже. Давайте гостом туда залетим. Да, извините, что читерю, но это капец как сложно. Где эта комната, блин, была? Вон там она была. А ключик-то не выпал. Дверца открылась, а ключик не выпал. Ключик должен был выпасть оттуда. Ладно. Залетим, короче, туда. Я не могу больше эту игру проходить. Мини-игру. Ясно, включаем настройки теней. Ничего не видно вообще. Все, теперь не надо. Ну, короче, я видел прохождение даже в том. Там должен был ключ выпасть, вылететь. И как же мы выйти должны были оттуда, интересно. Так, ясно, понятно. Так, все, выключаем от этой музычки, уши уже вянут, если честно. Мы какой-то генератор открыли, и куда он ведет, я уже не помню. По-моему, он ведет к поезду. Пойдемте проверим это. Там сейчас опять будут камеры, конечно же.
А, блин, это не та комната, по-моему. А, да, я не в ту пошел комнату. Нам надо туда. О, поезд поехал уже, отлично. Поезд нам надо, чтобы поехал только для того, чтобы мы вообще могли куда-то там пройти. Вот эти вот. Чтобы он выломал, действительно. Так, камеру я отсюда снял. А как он тут оказался? Извините меня, пожалуйста. Как он мог туда попасть? Я не понимаю, как он меня выслеживает так быстро. Что в этой комнате у нас, кстати, находится? А, все, вспомнил, я был тут. Нам надо по другим станциям пройтись еще. Блин! Ага, здесь гаечный ключ нужен. Твою ж мать! Не говорите мне, что сосед меня тут может догнать по рельсам. Так, куда же дальше-то? Туда, по-моему. А, все, вспомнил, купил на новую комнату. Он меня по рельсам сможет догнать, интересно. Вот, прям интересно посмотреть. Эй! Слышь, сосед. Нифига себе, ты десантник. Десант. До 2 августа десантура бы его раздела, блин. Все, он ушел. Пошли скорее. А где он? Он там? До сих пор. А, он выпрыгнул в окно здесь. Окей. Значит, он нас тут вряд ли поймает. Ага, и в этой... Здесь, короче, закрывается решетка, когда у нас ружье в руках. У нас уже подобное в оригинальной игре было. Но здесь есть секретный проход. Сейчас мы выломаем стекло, и, конечно же, здесь... Сосед сюда захочет сходить. Нам надо проникнуть вот так вот, вот сюда. Давайте-ка тени или, господи, лампочки какие нам надо. Ничего тут не видно вообще. Настройки теней быстро врубаем. Так, потому что ничего тут не видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, открылся магнит. Кто включил сейчас свет?
Так, а для чего магнит нам, кстати, нужен? Я забыл что-то. А, вспомнил, все, вспомнил. Куда надо магнит? Вот здесь где-то. Капец. Как он меня выслеживает, как он меня выслеживает? Я не понимаю вообще. Скорее, пока он нас не заметил. Да блин! Как он меня догоняет, так. Бомбический мод, бомбический просто. Очень сложно. Но все равно прикольно. Короче, еще одна вещь, до которой я не знаю, как можно догадаться вообще. Нам надо прыгнуть на вот эту хрень. Это была дверь от гаража. Дверь, ведущая в гараж. Твою мать. Так, есть еще пульт от гаража. Ну что? А, ломик, 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 ломик. Нам надо ломик, да. Отбойник, отбойник не берется. Давайте на всякий случай возьмем, вдруг пригодится для чего-нибудь. Да, пульт от гаража, кстати, есть как раз-таки в файлах при альфе, по-моему. Видимо, это очередной вырезанный, не вошедший в игру предмет. Его в фандоме, кстати, по холодной броне находил. Так, идем в ту комнату. Фух, на камеры не попались, хорошо. Почему свет постоянно тут включается? А, я вспомнил, нам ломик еще пригодится в одном месте. Не только здесь. Короче, где-то на железной дороге есть стенка с досками забитыми. Давайте ее найдем. Только в такой темноте ее найти будет очень тяжело. Лучше бы здесь был день. Блин, ну терпеть я это не могу, ну серьезно. В чем поезд, кстати, перестал ехать? Где стенка эта? Я ее не вижу вообще. Ну-ка, тени опять на минимум, быстро. Вот она, блин, ее не видно вообще. Сосед там, правда, бодает мусорные ведра. Это значит, что он может и сюда прийти, блин. А, все, тут нет уже гвоздей.
Магнит, я думаю, нам не пригодится уже. Жопный мод вообще, короче. О, блин, нет, только нет. А ну-ка быстро ГОСТ включили мне. Кстати, давайте подлетим. Вот так вот. Чтобы на превьюшку этот дом вставить. Вот так вот. Да блин, ну почему он ну почему он именно там, куда надо мне? Я бы уже прошел бы это все, если бы не этот сосед долбанный, и темнота эта дикая. Как его выманить оттуда? Ага, вот он. А, я не туда пришел. Тут еще же станция одна есть, где надо применить этот самый ключ. Темнота какая, ничего вообще не видно. А, ключ-карта, отлично. Лопата здесь у нас лежит. Интересная комната, интересная. Так, идем к могиле. К той. Все, все, наконец-то мы прошли это. Все. С использованием читерства, с использованием дружелюбного режима. Потому что, ну, это капец. Это очень сложно. Я просто охренел. Я не то чтобы в отчаянии, но... Жоп, блин, просто. Вы подошли к концу этой демки. Спасибо, что играли в демку. Наверное, написано, что мы обязательно сделаем полную версию Dawn. Three Old Days. Ну, что ж.
Давайте этому моду поставим галочку. Мод получился очень красивый, но ему все же следует, его стоит дорабатывать. Он, во-первых, адски сложный просто. Во-вторых, хотя бы сделайте день хотя бы здесь. Это очень, ночью, ну вообще очень сложно это проходить. Ничего не видно. Это кошмар какой-то, просто натуральный. Просто жопа. Ну ладно. Обязательно ждем полную версию. Если она выйдет, я обязательно ее сниму. Пройдем третий акт. Там может как. Может будет еще что-то интересное. На сегодня все. С вас и господи. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.